День России, Красный день календаря, уже 21 год. Часто этот праздник называют Днем независимости России. Дать небольшой исторический экскурс мы попросили директора исторического института ПИТРГУ. Значит, 12 июня 1990 года съезд народных депутатов Российской Федерации принял декларацию о суверенитете Российской Федерации. Через год Верховный Совет Российской Федерации принял постановление о объявлении 12 июня праздником. Какой завтра день, петрозаводчане знают. А вот почему отмечается этот праздник, далеко не все. Тем не менее, нравится День России всем. А вы знаете, какой завтра праздник? Конечно, знаем. День России. А в честь чего его отмечают? В честь России. Скажите, а как вообще относитесь к этому празднику? С положительной стороны, конечно же. Все отдыхают. Дополнительный выходной. Это хорошо. Во-первых, мы нашу страну чтим в этот день, еще раз вспоминаем все наши традиции. Плюс еще хороший день, чтобы отдохнуть. Петрозаводск вовсю готовится к празднику. Везде развешивают российские флаги. Но главное торжество еще впереди. Завтра в полвторого дня 200 человек пронесут российский триколор площадью 48 квадратных метров по улицам Энгельса и Ленина. А закончится шествие здесь, на Студенческом бульваре. И здесь же пройдут основные праздничные гуляния. Принять участие в шествии приглашают всех желающих, а водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. На время движения колонны улицы будут перекрыты.